Киса какая-то ты невеселая. Завтра надо уйти. Так, чуть-чуть поиграла. Ну, это рыжая, она ей паучки, вот это вот тоже штука нравится. Это на лазарь похоже, потому что... Но здесь не убиваются, здесь без урок. Не просто, короче, кошки, чтобы включить, чтобы она играла сама по себе. Вот с кешей попробовать, может, кеша попробовать будет. Специально для птичек нет игр? Не знаю, но говорят, попугайчики тоже не прочь поговорить. Но у них от клюва не чувствуют, поэтому... Там со стилусом есть и телефон туда. Прикольно было. Ну проснись, ну ты чего? Ну какая мышь бегает? Киса, ты дура. Киса вспомнила твою реакцию на звонок, видела? Такая же вспоминать, как вам тяжело. Хоть я жила, блин. Да только не подумаешь, и там и палец это производит. Понять из-под низу. Вот киса же тоже из-под низу пыталась посмотреть, как это так получается. Он думал и соображал, как это есть. Проверка кошки на интеллект. Киса все наигралась. Наличие или отсутствие. Да и... Это не то. Наушники во все выпадут. Или это не цепляется на когти, она привыкла, что все на когти цепляется. Все, кажется, наигралось, сейчас все в ход пойдет. Сейчас можно подступить. Да и не отвлекайся. Все, пошли искать, что бы скинуть. Заигралась.